Chris? Sorry, Ethan. Why? Добро пожаловать в игровую комнату, и мы продолжаем бежать, блин, в Resident Evil 8. Беги, беги, или умрем. Я это и делаю, черт побери. Кто ты там? Оп, налево. Давай. Бежим, 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 бежим. Молодец, Ethan. Да пошел ты. Так, ух ты ж, ё-моё, это что за хрень? Ух ты ж, блин, так нечестно. Воу. Американские горки! Ой, тормоза, тормозите. Что у вас за мида? Да, я жив, ублюдок. Ух ты ж. Не жопа. А что делать-то? Что делать? Вот, вот, вот. Да. Сука! Да, вот именно. Так, валим отсюда. Да уж, они не соврали. Ты и правда живучий. Оу! Ты же не надеялся, что я тебя отпущу? Мне нужно отвлекать Донну и Моро. Поэтому мы начинаем изумительный, сочащийся кровью финал. Я походу труп. Обожаю свежий фарш по-американски. Да пошел ты со своим фаршем. Походу не зря я в этот угол забрался. Стоп, Роза у этих психов? 300 лей за этот. Ну неплохо, ну да, патроны есть, отлично. Мне даже заплатили за этот аттракцион. Не я заплатил, а мне заплатили. А, я выжил. Я выжил, мать вашу. Фу. Прям не зря я... забился в угол туда, видать. Да что у вас? Блин. Ага, ну шикарно. Чё делать-то? Ох ты ж. Ёшки-матрёшки. Чёрт, кто-то любит и гильотины, не гильотины, а вот эти вот ловушки. Ловушки-ловушки. Так. Теперь открыто. Так, подожди. Ага, мы вернулись. Можно я теперь покину это место, а? Так, а теперь мне тут руку отрубят, да? А, нет? Черт, я где-то там в трейлерах видел, ну не только. Что вот тут вот, тут Итану руку отрубили. Но, видать, я поторопился. Фу, ну тогда и хорошо. Тут ничего нет? Надо карту сокровищ купить у этого толстяка. Да, чертов вороны, где ты там, тварь? Гони мне свои 300 лей. Ты вы где? А, вон они. Мазил. Так, тут же ничего нет. Ну-ка, сколько там? 500 лей, богатая ворона попалась. Богатая, богатая. Так, ничего нет. Ну, мы к замку пришли. К замку большая срака. Большая попа. Так. Далеко. Да что тут? Да патрону тратить на него? Не, ну может там что-то будет?
Так, мне кажется ли это трупы, а не... Да, так и есть. Не повезло, ребята. Не везет, не везет. А, вон он, виноградник. Вон он, мистер Пузач. Пузан. Он здесь должен быть. Вас-то я и ждал, мистер Уинтерс. Откуда вы меня знаете? Высший свет от таких, как вы, всегда все знает. Герой, который ищет свою дочь. Здешний замок, вам не кажется подозрительным? Да, он похож на, как на замок Resident Evil 4. Нет, я обычный торговец. Здесь? Я не представился. Он рыбу торгует. Рыбой, чесноком. Приступим к делу. Оружие, боеприпасы, лечебные средства. Обеспечу вас всем, чего пожелаете. Плетку для задницы Димитреску, пожалуйста. А, ну да. Сэр, для вас прибыл подарок. Какой? Бабло? Вы дадите мне бабло? Кошелек герцога, продается все. Я могу установить. Вопрос до просто у меня места в чемодане мало осталось. Это надо проверить его в деле. Не, прикольно, вот так чук-чук-чук-чук-чук-чук. Насколько он эффективнее, чем вот этот вот пистолет, который на улучшение идет. Мощный пистолет, может, я зря его купил. Халявные 9 патронов есть. Но он тут все равно будет сидеть. Хотя стоп. Я сейчас как пройду, тут мне ворота закроют, все закроют. Да? Визуально видно. Ну, пока что не закрывают. Это фигово тем, что у меня нет... Ну, логично оно, как и в четвертой части, я не могу. Ну, халявные 9 патронов. Ну, прям как в этом. Как в четвертой части, такой вот прих... А... Ну да, логично, все, закрыли. Место вестибюль. Может, Роза здесь? Конечно, здесь. Так. Угу, у меня нету этого. Как оно называется-то? Металлолома. Так. Ну, видно по этим три дочки. Три дочки. Белла, Кассандра и Даниэла. Явно дочки этой. Это что? Ага, 500 лей. И лифт. Лифт, конечно же, на низ. Но, подождите. Тут красное пишет, показывает, что я тут еще не все залутал, что ли. Или надо лифт открыть, и там в лифте есть что-то. Не работает. Хм. Оно наверх. Ага, понятно. Стоп. Упало такое. Так, залутал. Итак, что у нас тут? 5 января. Редник доставил одного мужчину и три женщины. 28 января. Матерь Миранда. Встреча с госпожой Димитреску. 1 февраля. Герцог. Деловые переговоры. А это вот этот герцог, который торговец.
Блин, дверь закрылась. Чё-то как-то стрёмно. О. Это дверь там? А, заперта с другой стороны. Знаете. 331 аллея. Ничего нет, да? Да, пусто. Тем, что, что теперь дверь открывается вот так вот толчками, это, конечно, такое себе. А, зал четырех. Типа четыре двери. Вы это слышали? Так, походу тут сейчас нападут на... О! Ага, во. Фу, сейф. Сейф-комната. Наверное, безопасная. Но это не точно. Что тут у нас? Так, я не понял. Сюда забраться нельзя? Рабочее место Димитреску явно. Смотрите, вон на кресло какое здоровое. Любит чеснок, оленину и драгоценности. О, прикольно. Тут что-то надо... Вот здесь есть отверстие для сферы. Видите, красный череп. И вот, смотрите, какие-то мосты передвигающиеся. Так. Лабиринты Норштейна. Норштейн искусный мастер 19 века. На родине он считался еретиком. Он долго странствовал, пока не поселился в глухой деревне. Там Норштейн построил 4 лабиринта. Замок, дом на холме, водяное колесо и железную башню. Завершив их, он приставил пистолет к виску и покончил с собой. Лабиринты уникальные. Для управления каждым нужен особенный металлический шар. В каждом находятся кристаллические кости, якобы останки 4 любимых жен Норштейна. Эти лабиринты их могилы. Окей. Видите, тут какой-то еще флаг есть. Окей. Так, я сохранился. Так, тут видите, что-то вот три. Тут что-то есть? Нет, ничего нет. Да, ничего нет. Закрыто. Укрой маской слепой взор. Сейчас нападут на него. Воу. Ищешь розу? Это вот эти вот три. Вот, сука. Да, кровь. Да ты что, кровь. О, больно, сука. Блин, это больно. Мама, прими добычу. Дочки, вы так заботливы. Да-да, надо было мод сразу на купальник. Посмотрим. Оу май, оу май, да, такой. Итан Уинтерс, ты сбежал от моего братца и его забав? Да-да. Ну, посмотрим, каков ты. Да, мама, да. Черт. Это там и без этого было. Уже начал подтухать. Тогда скорее пожрем его плоть, мама. Но это я его поймала. Не все сразу.
Я сообщу матери Миранде. Но потом... нам хватит на всех и каждую. Так, как-то двусмысленно звучит. Чё? Чё она сказала? Не надо. Подвесить. Что вы делаете? Что? О, подожду сколько хочешь, Итан Винтерс. Да, май, о май, вот это габариты так не сваливают, отлично. Отпустите меня! Ах, три, блин, яндеры. Так, опа. Да-да, вали отсюда. Чёртовы нимфоманки. Осмотреться. Ну чё тут вон, видите? Сразу. О, блин, сука, как же больно это выглядит. Ну там полегче слева. Блин, как же, сука, больно. Ну да, визуально показано. А, аптечка халявная, зашибись. Лежит тут себе. Так, Итан, соберись. Не надо прям настолько сильно уж. Уже почти как девочка заплакала. Надо как мужик слезу просто пустить. Максимум. Сука, больно. А не вот это вот. Как-то больно. Так, ладно. Ты ж прошел через семейство Бейкеров. Опа. Да Итан сам вампир. Смотрите, не отражается. Ах ты ж. Она, наверное, впрыснула. Опа. Алый бокал. А, на продажу. Зашибись. На продажу. Это хорошо. Где там? Во, алый бокал. Изучить. Кручу-верчу. Вот так вот. А, он просто алый. Он не наполненный. Кроваво-красный бокал. Димитреску ценная. А если его наполнить кровью ее? Цена сразу же подскочит? Или нет? Так, пока что тут безопасно, но как только я выйду отсюда, однозначно на меня охота начнется. Блин, я вот сюда глянул, думал, кто-то тут сидит. Так, тут чисто пока что. О, отмычка. Да, у меня есть отмычка. Чик. И трусики Димитреску. Да. Ну, я не знаю, вуаль тут еще, перчаточки. Это явно ее. А это дверь закрылась, наверное. Так, тут что-то почитать можно? Нет, нельзя. Так, проход, что ли? Заперто с другой стороны, я понял. Так, патроны есть. Ползем, ползем. Воу. Крысюки. Мило. Опа, кольцо. Я понял. Сокровище. Ага, это для этого. Кольцо с бордовым глазом. Самоцвет в виде глаза плохо закреплен в кольце. Если постараться, его можно вытащить. А ну-ка, подождите. Вот. Бордовый глаз. Бордовый глаз. Кроваво-красный самоцвет в форме этого глаза. О, металл. Вроде на патроны хватает, но на пистолетные только.
Надо на дробовик. Надо бы на этот, на дробовик. Ага, перевернуть. Надо изучить этого. Да вы издеваетесь? Открой, сука. Так, походу тут вот тупик. Это там, где вот я был. Реагент? Но у меня нет. Да, у меня травы нет. Что-то как-то стрёмно туда идти. Ну, пороха-то много. Как говорится, пороха много не бывает. Пороха там очень много. Открыто. На крайний случай можно сюда убежать, в этот проход сразу опять забежать. И говорится, пусть ищут мою сраку где хотят, а я спрячусь. Так, надо прикрыть, а то чтоб не казалось. Это мы возвращаемся в зал, да. Тебя. Куда они забрали Розу? Ага, видите, там открылось. Сначала сохраниться. О! Мы снова встретились. Здрасте, здрасте. Зачем вы здесь? Тут можно подзаработать. Как ты сюда влез? Найти свою дочь? Нет. Если малышка Роза и впрямь тут, хозяйка замка наверняка держит ее в своих покоях. Логично? Димитреску? Она самая. Попробуйте поискать там. Вдруг повезет. Спасибо за информацию. Кстати, купите что-нибудь. Это же, блин. Подожди. Сейчас я хочу проверить кое-что. Не подходит. Ладно, давай. Здрасте. Привет. Спасибо за покупку. Не за что, не за что. О, нормально, чемодан. Так, что у нас там по этим патронам? А, о, сокровище. Алло. А, сокровище, чисто сокровище, я понял. Вот оно. Ага, реагент нужен, а пороха только одна. Но ржавчины нужно, ржавые обломки нужны. 8 штук делается. Обязательно, потому что дробовик все же дает аж 6 урона пистолета, 6 патронов. А мы там делаем патронов сколько? Это у меня сейчас 3. А, не, подождите, 3 делает. Это 1300, почти 1300. Почти 2000 урона может наносить. Нет, там сейчас по 500, 560, это по 1600, 1700 пускай будет. 1700, а тут у нас по сотне 1500. Ну, вообще-то идентично, но место меньше занимает. Так, это он там дышит. Так. Ну, это вот потому, что вот тут вот что-то есть, и оно показывает красным. Либо я что-то пропустил. Но здесь ничего нет. Мне кажется, ну тут вот, вот это вот оно. Да, вот то, что оно там закрыто. Задание. Найдите покой Димитреску. Кстати, тут вон балкончик небольшой есть. Так. Башка нужна, я так понял. Лицо. Какое-то лицо. А тут тоже типа лицо. Ну, крылья, грудь, ангел печали. Одиноко рыдает в глухом темном месте.
Ангел наслаждения любит искусство и прячется за золоченой дверью. Ага, это надо где-то за золоченой дверью, что ли, искать. Ангел гнева бросает яростные взгляды свысока. Сиськами. Так, ангел счастья смотрит вдаль, слова мудрости при ней. Оу. Черт, ты там как, мужик? А, он там просто попытался с заднего кармана достать этот блокнот. Укрой маской слепой взор ангелов, чтобы спасти свою душу. А, чтобы дверь открыть, надо это... Все вот эти маски найти. Понятно. Понятненько. О, вот это в трейлерах я помню. Тут бегали за Димитреску и постоянно ей по сракотану давали. Вандализм! Так, явно тут что-то есть. Вандализм! Ванда. О! Дорого-богато. Тут что у нас? Чашка. С кровью. Явно вместо чая кровь пьют. Это же ж... Нимфоманки. Так. А ну чисто просто посмотреть? Или все же тут что-то может быть? Да нет, ничего. 220 лей. Тут ничего нет. Так. Вот там что-то блестело. Тут, я так понял, закрыто. А, нет. Проход открыл. Наверх забрался. Тут, я думаю, закрыто будет. Да, видите? Вон оно, красное. Ага, вот ее покой, я так понял, да? А нет, винный погреб. Или винная просто. Можно отсюда спрыгнуть? Нет, нельзя. Что это у нас тут? Ага. Ну вот тут можно глаз запхнуть, этот красный. А что это за комната? А, вот это ее, наверное, комната. Не просто тут три ребенка и матери. Я предполагаю. Тут закрыто, наверное. А, нет, не закрыто. Винная. Реагент. Так, подождите. Блин, картина только повторяется. Заперто. Я уже отсюда вижу красное. А можно сломать? Жалко, нельзя. Порох. Не металлоломбы, а не порох. Так, чисто. В винной только еще что-то осталось. Ну, кстати, удобно, что вот эти вот разные реагенты в отдельную
Тут что-то надо поставить. Они что, еще вино пьют? Они и так кровь только бухают. Винодельческие традиции замка Димитреску зародились еще в 15 веке, задолго до появления нынешних его обитателей. Альсина Димитреску использует знаменитый, но необычный метод, чтобы усилить аромат вина и придать ему насыщенный вкус. Для этого нужна кровь. Ее лучшая марка – Sanguis Virginis, то есть кровь девственницы. Ее хранят в особой бутылке в виде девственницы, украшенной серебряными цветами. А вот здесь, что ли? Но это не серебряные цветы. А ну-ка. Блин, вот это как супер прочные бутылки вина. Так, тут что-то надо положить, я так понял, да. У меня ничего нет. Какой-то ребенок, что ли. Видите, тут как ложа. Может, а может бутылка? Как вариант. Так. Пока что никого не видно. Тишь да гладь. Пока что. Так. Чпоньк. Ох ты ж. Пошла в жопу. А, сука. Так, пошло-поехало. Давненько я мужиков не вскрывала. Я тебя повешу, вскрою глотку и буду взять живым или мертвым. Сам что выберешь? Я больше не могу терпеть. Пошла в жопу. О! Нормальное приземление. Чё, пошла в жопу, да? А? Как я, а? Наверное, все там пропустил. А ну-ка. Да не, нормально. Вроде ничего не пропустил. Ну тут понятно, сразу было, надо было драпать. А уже ученый. Знаешь, что от девушек надо драпать, если они говорят, что... Вот, сейчас-то пойдем в ЗАГС. Да ладно, шучу. Просто хотела высосать кровь. 9 июня 1958 год. Отработала первый день в замке. Я была поражена, увидев, что здесь служат исключительно женщины. Мне строго-настрого наказали никогда не злить госпожу и ее дочерей. Весьма неожиданно. 23 июня 1958 год. Прошло 2 недели с тех пор, как я начала работать в замке, и мне... боязно. Горничная Делла допустила ошибку, ее мисс Даниэла полоснула ее ножом по лицу. О, блин, вообще сумасшедший, я же говорю, блин. Так, а по ночам я слышу вой, будто призраки бродят по коридорам. Хочу домой. 8 июня 1958 года. Ума не приложу, что делать. За обедом юные дамы жаловались на жару и спертый воздух, и тогда я слегка приоткрыла окно. Они заорали: «Закрой! Закрой сейчас же!» Я боюсь, что мне отправят в подвал, откуда не возвращаются. Ума не приложу, что делать. Просто ума не приложу. А, намек. Я, конечно, и в трейлерах видел. Ну, я всю игру не видел, прохождение не видел, но трейлеры попадались. Да, они уязвимы. Но это подсказка, уязвимы к этому. К... солнечным лучам? Или больше всего к холоду? Вот это непонятно. Или свежему воздуху тупо просто. Настолько они уже привыкли к спёртому. Что свежий... оп, металлолом. Что у нас там по металлолому? Один. О. А нет, мне 2 надо для дробовика. 2. И реагент 1. А у меня их 3. Так. Кто-то там что-то музыку слушает. Так, я походу куда-то пришел. Опа, это... это мисс Димитреску. Оумай, оумай. Ей приходится наклоняться. Всего лишь навсего надо это...
вовремя дверь прикрыть, чтобы она там застряла, и сзади отшлепать ее ножиком. Ага, мне туда. Ух ты ж, блин. Это я случайно нажал. Так, найдите покой мисс Димитреску. Тут что-то есть. А тут закрыто, я так понял, она закрыла. Да, она закрыла. Что-то тут еще есть. Либо там дальше. А, во-во-во, вижу. Надеюсь, меня не услышали. Обломок кристалла. Да, больше ничего нет. Так. Только не говорите, что сейчас тут будет замес. В плане того, что она будет вот это вот бегать, когда вот это руку оттяпала. Прикольно. Реально прикольный этот барельеф. Так, а что делать-то? А может это реальные люди, а не барельеф? О. Доверься свету. Чоу? Доверься свету. А, подождите. А ну-ка. Вот. О, хорош. А, прикольно. Так, а фонарик? Мне это доверься свету, а фонарик не выдали. А вот. Это походу ихнее... О май гад. Пыточная. Так, тут, наверное, и дева есть, да? Так. Мне показалось, там кто-то ходил. Ну. Так, тут вроде ничего нет. Так, в сортире пусто. Даже шприцы есть. Кандидаты. Ирина, Михаэла, Луис, Лоис, Ингрид. Забракованные. Дандора, Гретта, Надин, Камелия, Бьянка, Милена, Астрид, Людмила, Розалинда, Лина... Лина Инверс, Стефана, Габриэла. Явно тут какие-то эксперименты проводили над бедными девушками. Что-то тут с ними сделали. Так, тут много камер. Ирина, здоровый аппетит. Михаэла, здоровый аппетит. Лоис, здоровый аппетит. Ингрид, нервозность. Порой сильно встревожена. Ой-ой-ой. Лабуль! Блин, сука. Чёртовы скримеры. Я тупо, блин. Даже оружие переключил. О, сейчас, ребята. Фу, блин. Да, ну, главное, чтобы скримеров...
Это вот здесь вот эта хрень? Нет, походу не здесь, она ползет сюда. Металлолом, отлично. Так, я хотел дробовик, патроны для дробовика сделать, потому что пистолеты есть. В смысле? А у меня только один металлолом? Черт побери. Один. Мне аж показалось. Что не так? Я вроде как два сделал. Я тут что-то пропустил? Да-да-да. А, все? Фу. А они это превращаются обратно в пыль. Так, ну не знаю, эффективен пистолет или нет. Там еще твари? Там уж было 4 вроде, да, сказано. Так, готово. Порох еще остался, металлолома чуть-чуть осталось. Самодельная бомба. А, все. Не, походу, этот самурай неплох, но не идеален. 100 единиц урона. Ну, то есть он не наносит столько урона, сколько там. Там какой-то проход был. Она отсюда вылезла. То есть проще тот пистолет. Где-то тут еще эти твари.
хватаешь, чтоб тебя. Все, готов. Меч забрать. Ожерелье Ингрид. Это бабосики. Четвертая граната, блин. Раньше было бы. Сокровище. Да, ожерелье из костей зверей, защищающие от зла. Мне бы, блин, чтобы он защищал. Еще твари? Да вы издеваетесь, сколько их тут? Было написано 4, мадам. А, блин, зря один лишнюю пулю выпустил. Он из этих нор вылазит. Так, ладно, хватит с меня. Или не хватит, и сейчас они попрут опять. Железный ключ с отметкой. Так, я что-то там внизу пропустил, что ли? Не могу поверить, что Кассандра развела такой бардак. Кровь нужно выжимать из еще живых. Так она гораздо слаще. А ты что? Так, я там что-то пропустил явно. Хочу крови. Теплой, текучей, алой крови. Так. Куда ты собрался, дорогой? Воу. Так, без поцелуев. Оу-оу, не-не-не-не, никаких поцелуев до свадьбы. Мне не страшны. Ага. Что, мне нравится? Ты человечишка! Ну да, как бы. Ух ты ж. Этой боли. Какой настырный. Да чтоб тебя. Я ж, блин, нажал пробел. Я тебя не прощу. Ублюдок. Сдавайся. Руки оторву. Да и что? Как ты смеешь скалить как на нас зубы? Как же неудачно-то. Да пошла ты, стервозина. Да пошла ты нахрен. Поверить не могу. Только нет. Наконец-то одолел. На, сдохла? Отлично. Бюст с ее... Не совсем. Грудями. Одолел таки. Так, я что-то пропустил там в подвале. Патронов вообще не осталось для дробовика. Так. Что у нас там с нее выпало? Кристаллические туловища. Кристаллические мощи дочери Димитреску. Кристаллические мощи. А ну-ка.
Изучить. Кручу-верчу. Встреть какие-то рога, блин. Вместо башки тоже кристаллы. Крылья. Нет, прикольно, прикольно. Создайте боеприпасы, откройте снаряжение, чтобы создать боеприпасы. У меня как бы боеприпасы и так. Не поняла, почему у меня одна аптечка осталась. Я ж рестарт делал, или там... Еще одну отвели в подвал. Она пролила суп. Все знают, что происходит в таких случаях. Ты исчезаешь без вести. Твою кровь выпивают, и проклятая душа будет бродить по коридорам. Я нашла ее. Только кожа до кости. Она доедала труп крысы. Чую, мне недолго осталось. Это опять та девушка. А, стоп. Я сразу не заметил. Тут, по идее, можно было сразу сюда забежать. И тут тоже... Кровь девственницы. Ага, вот она. Тут тоже можно было с ней подраться. А я там в этой комнатушке дрался с ней. Ты просто... Комедия. Я сразу дверь тут не заметил. Просто умора. Так, а где? А, это старая бутылка вина, украшенная вычурными серебряными цветами. Запечатанная явно давно. Да. Ну, впервые играю, блин. Криво все делаю. А, тут надо отмычку. Опа. Лемми. Отлично. Значительно увеличит огневую мощь. Во. Теперь можно и пистолет этот использовать. 130. А, ну все. Продать самурай за 180. Так, больше тут ничего нет. А, не, подождите. Профессионально, смотрите. Без рук. Деревянная статуэтка ангела. Ценность, наверное. Да. Ангела умело вырезана из дерева. Так. Это где я? Ага, в зал вернулся. А тут открыто? Нужен ключ. Так, наверное, на этом моменте остановимся. Как же
криво я все сделал. Привет, мужик. Благодаря вашей поддержке я расширил ассортимент услуг. Круто. Ну и сам, наверное, расширился. Все больше и больше, блин, мужик встает. Все. Готово. Спасибо за покупку, сэр. Да не за что, блин. Развел на бабло. Надо в первую очередь, на самом деле, пистолет улучшать, потому что патронов для пистолета очень много. И он сейчас больше всего урона наносит. Ну, за счет него. Окей. На этом моменте остановимся, продолжим в следующей серии. В следующей серии как раз столовая. И там... А, не столовая, на втором... втором этаже вот здесь винотека. В винотеке продолжим, как раз бутылку достали. Она туда понадобится. Все, спасибо за просмотр. Черт побери, как же криво. В той маленькой комнатушке я дрался. Блин, я еще думаю, че, блин, там? Я сразу проем не увидел. Мне показалось, там закрыто. Блин, просто пипец. Ладно, спасибо за просмотр. Подписывайтесь, если хотите. Если нет, не надо. Все, пока.